пускать. Оторваться по полной на нем. Может, первую доту? Нет. У меня что-то кайф на новом Герыче поиграть или на Миниоре. А что за новый Герыч? Ну вот этот, который Оракул? Копии делает, да. А еще новый? Ну, там еще есть замораживающий вид. Ну, я Оракула побегал бы, я что-то видел. Не кайф, да, в первом? Ну, как хотите. Ну что, во что катнем? Можешь в циркл? Да, ну. Это что такое? Ну, грин циркл туда. Я говорю, если ТДшку, то надо в Легион играть, или это если друг против друга мы хотим, или в ЮТД толпой. Там норм. Интересно вроде. Там куча вышек, они комбятся там туда-сюда. Легион ТД, это который друг против друга-то? Да. Там типа и строишь, и посылаешь. Строишь пушки, которые оживают и дерутся, я и помню, я вообще никакой в нее. Это там, где 9 коридоров, типа, или что? Нет. Это мы ее как-то сыграли, я не знал, что надо делать. Построил линейкой, ну, лабиринтом. А в результате они пошли. В результате они все ожили и начали драться, да? Да. К такому я не был готов. А ЮТД у меня вроде нет. Можно в Castle Fight 4 на 3. Ну там чуваки пишут. Ну или в Legion TD можно. Так можно 3 на 3 в Castle Fight, не? На 6 скайп. Можно в Legion TD 3 на 3, Castle Fight 3 на 3. Он литоп просто сделать. Castle Fight? Ну как Castle Fight? Я уже в Hearthstone. Давай Castle Fight. Ты не будешь с нами, Витян, что ты кидал? Да я рингу пошел. Ну можем кого-то взять с 6-го. Ты кидал, получается? У Витя. Чисто бог на все, блядь. Я думал, ты получше. А Castle Fight через сихоз же можно, да? Нормальная кишка, кстати. И ник снайпера особенно топовый. М? Ты про что? Алоха кивку скидывал. Чё-то я хз, меня на самом деле спать уже рубит сильно. Ну, можно и закончить. Давайте что-то ласт это, катку какую-то последнюю. И какую? Это... Ну вот, может и Castle Fight. Ну давайте. Давай я так. Правда... Я тоже не это, не... Ничего не помню там. Так это... Сделай слот. Да, что-то. Я делаю. У меня тоже. Лол, у меня что-то варик закрылся. Я не помню... ФНГ, алохи, ники. Лов фейкс у меня, алохи. Какой? Лов фейкс. Слышишь, тут два варианта. Или мы все против вот этого на лету. Чтоб нормально там, да, закончить ночь. Или просто его не пускать. А какой алохи-то ник? Я не могу зайти. Ты что-то напутал, видимо, с резервом. Так смотрите, можно нас пятеро, смотри, вот всех за нас пустить, ведь он не будет. А против нас, вот, пускай они миксом. Мне кажется, там одного парня. Вот это вот. Не, это такое, да, потому что типа. Вот, мерт, видишь, я написал тебе. Да чё, это норм, мы отобнем их. А, без пробела. Они же не это, они могут быть и задры в Castle Fight, они... Да давай, я не знаю, типа, я вот, я лоха и этот, ебу на лету, и вы втроём. Или сколько? Не, слышь, что тут дисбаланс. Ну давай, это не, типа, ну я такой средненький в Castle Fight. Я вообще в него играть не умею. Какой алохи-ник-то? Гоу вот так, алоха катает с нами? Вот гоу алоху вместо блица. Свиньи куда-то. Мне в ПМ нож. А. Рейс, только не стартуйте 30 секунд, пожалуйста. Да давай, хоть порофлим сейчас пятером за одну. Не, я мне это не стартует. На две стороны, что ли? Может, вообще, если будем друг против друга... Нет, он не топ, давай он не топ, это забей. Парни, если друг против друга, то я зайду. Нет, вообще...
В смысле? Ну мы можем взять друг против друга. 3 на 3 взять, пойдем. Ну можем пока 5 на 5 сыграть. Если ты зайдешь, можно 3 на 3, он готов. Да, мы можем покликать людей, но они тогда будут знать, кто виновен. И вас ненавидят. Я возьму на себя эту ответственность. Открывайся тогда и кикай их. Ебан на арену 3-2, ебал рот. Рандом, парни. А как у тебя викитик без гласных пишется? Тебя еще и плохо слышно. КФ Крым, говорю, катка, я врываюсь. Ну да, какой у тебя ник? Викитик Зор. Безгласный. Зор через нолик. Да, инвалид юзер. Напиши в ПМ что-то. Инвалид, инвалид, инвалид. Берем хотим. Писал. Шаффл? Да, я... Опа. Не шафлиц, короче, больше. Поехали? Поехали. А чё, как? Кто с кем? Я с Миром. С Суфли? С Миром. С ФНГшкой? С ФНГ. Ну, голод толкнем. А чё, у вас чётное количество? Народу. Привет. Да, фак, Почем билеты будут на Ladderfuck? Дороже. А в прошлый раз 100 гривен, по-моему, было? Последний день было 75, 100 и за столик, по-моему, 1000. Потом... А говорили, что типа каждому плееру дадут один пригласительный с собой, это правда? Вполне возможно. Ну, если говорили, значит правда. Ну, в том сезоне так было и в этом вроде как. Лёха, дашь мне свой пригласительный? Ну, значит, дадут. Не, хуй тебе, Витян. Ты умеешь вот так вот, да, делать все я писать? Я буду стоять возле арены и ждать, пока ты выйдешь. Я не помню вторую. В этом проходике ебучем, ты понял, блядь? А. Лёха, мне пригласительный дашь? Возле зоны, блядь, 51 или что ты там за, блядь, компакт? Подожди, так мы типа и вверху, и внизу строимся или как? Нет, только вверху. Ты кабака сляжешь нахуй, блядь, под бутырку нахуй. Хорошо, что блядь, я прям представился, это Витян и ждёт. Просто ждёт. Да. Так. Я имба. А я кто? Что это такое? А я не очень приятный. У меня собаки тупорылые. Да вспомни, что у меня тут есть, парни. Артур, здесь строить можно? Я понял, понял. Ой, пацаны, надо строить, да, наверное? Так, пойдет? Угу. Так, сейчас я вспомню. Я просто не помню даже примерно. Вообще лучше так в линеечку, типа. Да ну, в линеечку лучше не строить, нет, лучше пропускать. Слушайте, а как тогда? Не, я выбирал. А почему мы видим? Почему я не могу купить? Почему я вижу вашу мапу, парни? А, так мы видим. Так надо было сделать, потому что хайд мап, это же говно чистое. Так это по дефолту стоит, лол. Хорошо. Отлично. Смотри, кого я позвал. Пора убивать. Постройка завершена. Да, господи. Лёха, строй... Так, а тролль он говняный. Вместе, пожалуйста. Не вместе? Ну там видишь, у них есть замораживающий. Ну я типа нет, не шарю. Ну. Лучше место проебать, но блядь... А почему я не могу купить палку? Раньше же можно было покупать палки вот эти. Да, можно. Потому что... А у меня вот сейчас только дерево. Я, по-моему, самая говнораса попалась, я прав? Не, у тебя хорошая. Чем она хорошая? По-моему, она... Там, короче, там, по-моему, у тебя дракон ледяной. Там урлыки, у кого нормальная тема. Медведь этот сплэшом бьет, но он такой...
Леха нормальную тему построил, да. У меня, а вообще хуйня против их юнитов. У меня против их такое дерьмо. Да. У них жир, короче. Но у нас армор единственное, что тащит. Смотри, я вот так могу. Да. Норм? Нормально, нормально, да. Леха, их побольше, и хотя у них... Нас уже заловнили, да. У них тролли, короче, глянь. Ну, блин, у меня на 7 на это дерьмо немножко. Первое. Да я пирсов настроил, сейчас им будет влетать. Так, а как ты хочешь этого, блин, убивать? Медведя? Кого, медведя? Да. Просто поебало ему с ренжей давать. Каких ренжей? Мы чё-то вуз. Да пока расслабься-то. Можно плюху купить. Давайте я плюху куплю, потому что у меня юзлис реально. Буду дефить их хотя бы. За 150? Какой хаос, какой это юзлис? Ты чё, гонишь, что ли? У меня, блин, дорогое, всё полезное, я тебе серьёзно говорю. Так, а у меня вообще ничего нету полезного, по-моему. Да у тебя там есть, я тебе серьёзно говорю, посмотри. Шо? У тебя вот этот тролль, если его развить, по-моему, он, блин, будет... Вот, вот у него, так видишь, вот... вот... Я вот знаю. Так. Это я знаю, ФНГ. Я его для этого и сделал. Так, а больше у меня ничего нет? Значит, ищи. Ну, потому что, говорю, у меня, понимаешь, у меня только паунс и миссы дорогие очень. Это единственное полезное на старте. Так, ну, я могу виверн сделать, но они ни о чем. Реально. У них мурлоки пошли, но мурлоки, кстати, шлак у нас в натуре, почему карту видно? Да не написал ты команду там ее скрывать. Не, ее никогда не нужно писать. Ну давай, да. Разматывайся. Если это мой тролль кого-то будет убивать и разгоняться, то у нас шансы будут, если нет. А как он разгоняется, что он делает? Ну пока, наверное, пока видишь, я дефлю плюхать, так что пофиг. Да там все рандомно, Лех. Все рандомно ускоряется, замораживается. Не, не рандомно. Если он у вас хит делает, то он ускоряет, разгоняется. Да. Хуя вы задроты. Ну типа ласкит это тоже рандом, потому что типа ты же не управляешь ими. У вас инком будет нормально, потому что у меня, кстати, инком слабенький, но хотя. Не-не, у меня норм все будет, но. Так, мы смотри, в контратаку пошли. Смотри. Оп! Хоп-хоп! Мой тролль вармор. Не, у нас решает, короче, вот этот, который Ice Armor вешает, типа. А нахуя ведь он надо? Надо, он фарм идет. Я могу. Да там, блин, грифону прокнуло на молнию. Давай возьму Витя. Взять? Давай, да-да-да, бери. У меня сейчас выходит имба юнит. Самый имбовый в этой катке. Короче, у них хьюман этот плюху. Имба юнит-то не у кого нет виспов. Ну за вас хит же тролль, идиот. Вот вас. Ну кого ты вешаешь? Молния-то заходит, блядь. Ласхить. Что-то у нас смотри, магических пошел, атаки пошел. Много. Смотри, троих, давай четвертого. Смотри, как он их омнит. А, вон эти шаманы, блин, шаманы бафуют, там миллион армора, ебать. Шаманы мои. Ты мне хуйню посоветовал? Парни, а как с Магнусом, главное нормально? Только этот, РС-ку не знаю. Да, Магнус нормально делает вам, приколю? Магнус, у него СПШ, это Габелла. И у него еще есть РП, дядя. Да. Нормально, нормально, пока протерпим. Тебя получают? Ой, хорошо. Да не пушили, я не знал, что мы отобьемся, дядя. Сори, это, конечно, фейл, но ладно. Я сейчас еще троллей поставлю, арморчик этому Магнусу и, блядь, под пивас зайдут. Блядь, бах, РП, штрек, штрек. Хотя могу идти. Вот это, наверное, сделать, да. Лох, не строй так сразу рядом, дядя. Ставь через клетку. Так, парня, мне что-то надо построить, Витя, нахуй этот посох купил? Ну я тебе говорю, они подходили, я думал, мы не отобьемся, дядя, типа о, посох можно было... О, посох, пошли, типа, дальше будет легче. Какие мессы? Там диспел кто-то накинул. Я хочу построить домик охуенный. Мы отобьемся, нет? Ну у нас три бабаха есть. Вот, парни, типа... бабах только и все. Пора что ли ставить? Ну только надо будет предупредить, кто дает. Сейчас я второй дам. Подойдет, когда ей надо будет дать. Второй на подходе. А пока неплохо здание починить, которое очень близко просто. Молча там второй еще подходит. Парень, ну тут Магнус, гляньте, штрек. Да, надо было второго. Что, Магнус? Давай, смотри, Магнус. Бах, и что?
Ой! Бах. 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 Ой! Заморозочка, да, заморозочка решает. Здание чиним вместе. Только это, ты же знаешь ФНГ? Что? Они-то, конечно, не блочатся, но все равно. Я там, я оставил за этим созданиями промежуток. А вот это я нормальную тему построил? Да все уже сосут их, смотри, эти сплэшеры. Мисы повесили, хилимся и поехало дело. Что-то не сосут, слышишь? Да это Магнус этот выходит и баланс немножко. Ну так он и есть сплэшер. Ну и смотри, что его заморозили. И там походу посох сейчас понадобится. Да, посох понадобится, Лёх. Не, я тебе это ни о чем. А это нормально, то, что я поставил вот эту хату, которая сделает из наших юнитов вообще каких-то монстров? Ну да. У меня, кстати, похожая хата есть. А я могу еще вешать сам. Так я сейчас дракона забафаю вот этого. Дракон жесткий у нас? Да. Где он? Так ты не сможешь сам направить, даже если отключишь. Да, там она автомат. Я понял. А, сам не могу, да? Но он бафнул дракона, вот который посередине летит, там 40-80. Взрывать, да, надо будет эту хуйню. Ну, Лёха, ну ты как раз можешь взорвать бабоса поиметь. Да, ну давайте чуть-чуть подождем еще чуть-чуть. Ну да, там вот как придет что-то. Дракончик подлетит и взорвешь. Так ты видишь, какой там дракончик один невменяемый, 850 жизней. Да, да, я стихо летал. Плюс нормально. 40 урона, криты у него, посмотри. Ну криты не, это просто нарисованные. Сейчас что? На здание дойдут, я похоже. А, не, слышно, написано критик. Как это нарисовано? Блин, блядь, следующая волна, он доходит и взрывает, чтобы здание... Она не ебанут здание? Ой, давай, дядя. Флардара засейвили нормально. Лечите. Вот этот тролль схватил просто бежит. Ой, сейчас будет приколюха к ихним драконам. Какой тролль? Там бежит. А. Парни, а как вам Виндиго 1500 хп? Без бафа. Вы мне скажите просто, как это, побазарить с ним? Я побазарю, если можно. Ну, учитывая, что у нас есть пару юнитов с нормал атакой, то как-то все равно. Говном его задать. Еще правильно? И под мясами он. Вот если бы еще Грифон молнии не прокал. Что-то насол нет. Ну, это пока они на базе собрали РС-ку просто. В смысле, ты думаешь, что мы развернем? Ну, без РС-ки, может быть, нет. Смотри, там страты пишет. А вот, слышишь, вот Кобольд вышел, топ. Там моя штука пилит его, и у них ДПС возвращается. Чё у них тут? Да, может, посох продать? Нахуя, Лёх? А построить еще что-нибудь? Смотри, а я аурамена рожаю, это норм? Там гриб кто-то поставил. Вообще неприятно. Так что, взрывать мне? Рано. Так как это? Ну там минеров очень много, у нас трон будет очень быстро падать. Можете взрывать, как хотите. Я взорву. Типа, ну давай вот это дотекание дождусь. Вот это то, что Лёха строит, это жёсткое. Чтобы минеры не били нас. Так, а я типа тут не могу так как это. На минеров надо будет взрывать вообще маст. А, да я, ну взрываю. Вроде попал, больнее. Мас-минерчики. Блин, ну вообще нуб я, парни, я вам говорю серьезно. Да? Он не может... Блин, отмени этих дрейков, я не знаю. А, у них этот гриб стоит. Да вообще, типа, я хз. Я не понимаю, почему Мервинг не построил гриб, я вам скажу. У меня, по-моему, самая дерьмовая раса, я вам так скажу. Да, то, что Мервинг не замораживает, конечно, хуёво. У меня нет заморозки, у меня есть стан на ир юнита. А у нас есть биала форма вот этот? Ой, сейчас построю. В смысле, у тебя есть... Подожди, а ты разве не ледяной? Я ледяной, но у него нет заморозки. У него есть стан на ир юнита, у него есть Нова, который летит. В смысле, у ледяного нету заморозки? Это что за бред? Всегда у него был этот, который замораживает здание. У меня древесины еще не достану, куда еще. Это вообще бред. Что бред? Что здание замораживает? Здание замораживает какая тема? Я ставлю вторую такую. Вот эту невменяемую штуку.
Мама. Это, по-моему, самое жесткое, что у меня есть. Вот эти, кстати, войды вначале так радио будет пиздец. Слышите, а нам там не надо так будет. Так они сейчас неплохо. Надо будет. Они, понимаешь, у нас суть такая, что у нас на бафы все идет. Когда у нас будет больше юнитов, у вас жопа немножко. Вот у нас юнитов больше стало, и у вас как-то жопа пошла. Че, полная жопа, ребят. Так, я сделал кадос, который делает атаку. 25%. Это норм? Я зару, парни. Хорошо, Витан. Я два кадос ауры выпустил. Окей. Ой, Витян, да там походу может и обойдется еще, смотри, они в узком проходе сейчас ловят. Там два магнуса вышло, вся приколюха в этом. Смотри, узкий проход, как им сейчас навалят мои пацаны. Да. Ой, там ебать, трека не происходит. Не навалят, Лёх. Сори, конечно, но по-моему не навалят. Ну похуй, взрывом, значит. Это прям сейчас взрываю или как? Не-не. Или блин. Да. Походу, я не хочу поебывать твоих этих чувачков, понял? Да. И сейчас, ребят, контрвыпад там в три есть. Ой, так у нас Джайна есть. Так мы сейчас можем заломить, но у нас сдох. Сейчас у меня следующий инком придет, будет еще приколюхи. Вот эти вот. Демон Хате называется. У меня такое дерьмо одно строится. Честно. Не, я говорю, вот выйдет сейчас мой демон Хате следующий, надо будет это взорвать, скорее всего. У кого взрыв остался? У меня нету. Ой, это Мерва остался. Пацаны. А дальше надо то, что я писал, сделать. Я сейчас поставлю. А он в АУЕшке, да, бафает? Кто? Рок этот. Да. Лёха, ты в курсе, что у тебя есть еще тауэр, который на базу кидает? Ему не надо, я не отвечаю. Вот это то, что Лёха строит этих пулеметчиков, вот этих снайперов, или как бомберы. Они очень жесткие, very жесткие. Бля, это я думал, он, короче, глобал, типа бафы. О, смотри, а Лёха, ты просто мастер-кетчиков штампуешь? Бля, а как? Вышел, там все вермором, смотри, сейчас. Не пулеметчики, а вот эти осадные мортиры, что ли? А как ты это здание можно мне продать? Никак, да. Ведь ты про мортир говоришь? Да, про мортиров, они жесткие. Не, они жесткие, но у него потом в лите, короче, пусть с того раз строят вот эти опыты, которые ему базу развалит просто противник. Ну это да. Но я вот заморозочками занялся. Сейчас вот начинается их вот эта постройка замораживаться вся. Мерф, ты готов? Ну там? Вот эта тема крутая. Ага. Мерф. Да. Их инкам охуенный, а юниты не выходят по фанчику. Так, слышишь, ФНГ? Это ок? Что? Ну, вон я пишу. А у них тоже... вроде бы они взорвали, а вроде уже короче, у них просто такая штука, что у них этот грипп по Air Unit'ам станет наших всех, и они не долетают половину. А у нас три Air Unit'а, которые нет, не долетают. Нет, у меня пушка, она может такая летать. Вообще, да, это надо. Ебать, мортирочки что делают? Вообще, я выпустил тоже катапы, смотри. И мы сейчас развернем. Катапы мортирщиков реально подрежут. Сейчас вот эта штука еще будет поворачивать, но блин, надо, нам надо здание чинить, кстати, если что. Поставьте, потому что там АУЕшки много зашло. Да не, парень, там их все больше и больше просто собирается. Да, там походу мы в ус. Катку, на самом деле. Я говорю, у меня самая дерьмовая раса, которая только, по-моему, могла была быть. Мортирщики в бой. А ты аксы не строил, акс стронг. Ну, на самом деле. Акс стронг. Ну, типа, он действительно неплох. По-моему, он говно редкостно. Видишь, Лоха, так не ставь. Видишь, не, он, если там сплэша кританет, то, ну, он, по-моему, смотри, не сплэша. Ну, короче, он нормально пробивает, по крайней мере, в начале и в середине он такой действительно хороший линь. Типа, тролли это топ вообще, вот их там сразу. А вот я не помню, что у него еще есть катапульты. Ну вот катапульты я сейчас строю, но они типа уже, ну из дорогого. Лёха, есть бабки? Лёха, есть бабки? Ну типа нет. Просто к этому моменту уже Лёха бабок. Заспамил сколько тебя есть? Мортирами. 600. Нет. Так что можно перекидать 200? Бабки в этой катке? В этой катке? Не, он хочет, чтобы я баф купил, да? Да, баф добить их там, дожать. Драм-н-бас, вот эту штуку? Да.
Не, у вас проблема то, что у Мервинга такая же раса, как у Вити, но он не строит заморозки зданий. Лол, дядя, Фаст Магнус — это самая имба. Ну да, но заморозки до зданий нельзя же забывать. Да, я одну поставил, и они глянь там вот на базе у них, блядь, прикол, блядь. Да мы не из-за этого занули, из-за того, что нас идет орда, нам нечем ее отбивать. Ну, так типа... нет, ты понимаешь? У нас своих яшек очень мало. Не, вот катапульты — это жесткая ОЕ. Если бы их раньше начали спамить, ну, Артур начал бы спамить ими, то... типа нормально. Так у меня нету денег их спамить, ты же спамить. Ты так говоришь, я дабл дэмэдж пофишу. Но ты кадоев начал сделать. Кадой вообще самый бесполезный, по-моему, что можно было бы не делать, да. Ребят, бафнул дабл дэмэдж, смотрим. Ой, идет он. Лёха, а что там у них с базой? Закончилась наша база сразу, по сути. Не, ну вообще, да, у... Ну я играл в своей любимой расы. Там. Так, это Best of 3. Чё ГГВП? Ну, а что, после первой катки ты не это... Не пишешь ГГ? Ой, чё есть? Моя любимая тоже, это минёрчики. Минёрчики — это кайф. Реально. О! Слышь. Так. Не стройте, парни, они сейчас будут полить, что мы строим. Нам ничего не строить? А я не помню, что здесь... Ну, один постройте что-то там, неважно что. Ну, давайте я построю, можно? Ой, у меня такая хрень. Парни, можно построю? Лёха, я... Лёха, строй! Короче... Ну я не умею за них играть. Я вот это построил. Я вот такую за них хуйню, вообще, короче, не играл. Лёх, короче, строй ПК и найди то, что я тебе написал. Так, а тебе... А ты заморлок, а ты же можешь... Я не заморлок. Ну, я нашел, ведь он. Не? Вот этого так же, как в прошлый раз. Панга. Да, 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 могу. Но мне а нужно чё... вот это. Да я делаю, я делаю. А, так, а раньше она без дерева была. Не-не, она сейчас с деревом. Я понимаю, я типа, ну, раньше тоже катал. Типа, не, вот этот вот, 35 замедления, вот этот типа, по идее, вообще мне ничего не сделает. Вот смотрим. Да-да-да, вот это, понял, Лёх? Да. Так, а вот эта штука, которая у меня летит, смотри. Что? Ну, смотри, мой флеймганнер, вот. Ебать, вот, твой вот. Нахуй поджигает, да. Как дела, ебать, у тебя? Оля Лукина. Как дела? Оля Лукина. Что-то кого виверна ловит? Меня ловнит, по-моему. Сейчас вот придет моя виверночка, вот эта вот. А у них, кстати, винга, она вообще жесткая, она что, мармор, по-моему, снимает, да. А, и хилится, когда киляет. А ну-ка, флеймганнер, разберись, что за хуйня. Блин, у них мартретки неприятно. О, идет, идет наш спаситель. Не, ну вроде более-менее, на самом деле. Обороты в норме. А, ну винга, конечно, это габелла какая-то. Вообще, полное дерьмо бы туману, походу, катать, если ты можешь смотреть, что враги строят. Это я не знаю, я честно скажу, но я не знаю, я тоже был на здании, что посмотрел, я не помню их просто. Я тоже реально, парни, играл последний раз пару лет назад в этот чит. Нужно больше золота. Типа, я строю, что мне нравится, пока и все. Нет. Мои эти пока... птицы стабильные, они хоть кого-то убивают? Кого-то... Да, да, они же, короче, сплэшом бьют, типа. Я знаю. А почему мне написано spell reduction? Это значит, типа... А у них не сплитшот, у них мультишот вроде, на троих. Смотри, ну тогда я вот так делаю. Давай, давай. Ой, парень, нормально. Что, у них там проблемки, я смотрю, да? А, слышь, у них этот шаман вышел, который бафает. Витян, точно мне эту хуйню строит? Да. Хорошо. Так, а у меня птицы, смотри, как они, помню. Да, да, нормально. А они, по-моему, кстати, не эти птицы диспелят. Ого, и вертыч, а вертыч обнит виверн. Так это они приехали, получается. Он не об... не, не обнутый вертыч не обнит. Так, верит. Нормально, главное, что он их бьет. Ребята, что делаем, паникуем? Я куплю посох. А, я нашел этого. Начинается. Что делаем, паникуем, я куплю посох. А вон апгрейдженная птица, смотри, апгрейдженная птица моя прилетела. Смотри, как она овнит. Мы отобьемся в этой непростой ситуации, точно? Думаю, да. Ну, вообще с посохом должны, да?
А, слышите, все, короче, там проблема с шаманами решается мурлоками. В натуре у них там этот фидбэк будет. Я вот это дальше делаю. Шо? Вот это? Вот это. А, тот тех самых протекторов. Мне кажется, это зайдет. Да, так они там штоповые вообще. Ну да, в конце концов, как я мог рубать без них? Ну, да. Кстати, у Артурчика есть тоже очень крутой юнит, деревцо. Это что-то наподобие Майнуса, это самое... Прям протектор называется. Как я мог без него рубать? Расскажи мне, пожалуйста. Я понял тебя. Смотри, как эта птица омнит. Боже! Даблкил. Ну, там дерево, это реально проблема большая. Это пиздец. Ну, ты... У них лягушка есть, кстати. Какой-то грюнт вышел. Чё грюнт? Слышно, к моей слабой вообще ебашит его там по тёмному. Грюнта я ломаю. Вот эти птицы мои, они реально жесткие. Ой, ебать, Лёха закинул им гранату там, этим дерьмом. Я видел, нормальная тема это? Ну не знаю, я такой не строю никогда. Я говорю, я тебе сказал, что я строю, типа, этим юнитом, я только одну тему. Так, я построю, просто я подумал, что не заапгрейдить там дешево, грейд, типа, вообще. Да блин, они нечестно, у них вот этот посох дебильный. Да еще не, это трата. Это говорит ФНГ, у вас ФНГ в прошлый раз купил этот посох, так что расслабьтесь. Не, ну вообще это трата, да, это... Не, ну это типа, если ты early можешь затащить, он более-менее еще будет. Так, а так, ну, средний. Ну, посох, типа, бабки отрубаешь, но в целом инком уменьшается. Я не буду. Все, мы отбиваемся уже, изи. Да хуй знает, там эти птицы ебаные. Ну, птица-то не самое страшное, там самое страшное, говорю, деревья будут. Артур, когда он собирает на главное дерево, это ебучее, это будет габелла. Габель? Габель. Лёха, когда типа... Артур насобирает на триант протектора... Это, знаешь, вот как в доте, это трин протектор, блядь, вот сколько... Седьмого уровня на пятой минуте? Да-да-да-да, вот это тот самый. А ты пытаешься убить кентавра. Под бафом дерева. Вот то же самое. Блин, там спектра вышло. Чё-то снайпер... А чё он не взорвался даже? Его забашило, походу. Я смотрю, одна птица реально овнит и шамана, и эту виверну, мне это нрава. Что-то у нас грустновато. У нас вот эти два типа бегут и пиздят всех. Какие? Вот. Ну, уже его нормально с арки вышли, там спокойненько говорят. Мы вроде терпим же, да? Чё? Да, вроде. Ну как же терпим? Я поставлю эту хрень. Ну чё, если их будет скапливаться, то там птица овнит сплошой. А вот эти ведь там treasure box и вот эти усилители, это всё понятно. Кто знает. Я не... Короче, наверное, Артур, я не буду делать то, что ты говорил. Тут есть одна интересная штука. Не, так там есть уже... Сейчас-то она уже не нужна. Я думал, сразу ее можно прям. Вот такая штука есть? Нет, там есть... Вот это. Жесткая очень. Ну и вот это то, что ты написал, тоже жесткая. Не, я, ну я сейчас нагу буду ставить в любом случае. Ну вот, так ставь. Она надо очень... На следующем энкоме ставить это. Точнее, нага мне еще через два никома. Ой, танк что-то, парни, за 3000 реально. Что танк? Да что тут, та, это спектра реально разваливает. Да спектра это бафом каким-то. Она лечится просто. Раз, два... Короче, у них минеров этих ебашит, типа, уже три штуки. Вообще, что-то у нас плохо все. Ну, у нас флая мало, а наземных они минерами кидают, поэтому они вперед. Это тот же парень, что мортиры ебашил по КД, ребят. Теперь на минерах. Да, ну, типа, видишь, он просто бегает, взрывает. Видишь, у них спектры идут, они лечатся, типа, мы вообще ничего не можем. Ну, я же тебе говорю, наземных убивают. Парни, это еще не темпларка, которая, блядь, вот подрезала бы у вас на базе все нахуй дерьмище, блядь. Так ассасин же говно, по-моему. Ну, такое, типа. Так что мы делаем? Нет. Взрываем или что мы мутим? Ну, пока они ж не особо пушат, у них, типа, слабенький дэмэдж по товарам. Пока мы стоим, дефим вроде даже. Да что-то мы не дефим. Ты слышишь, минеры там нормально будут бахать.
Ой, там дерево второго левела, по-моему, да? Да, да. А третьего, третья закончится игра, говорю сразу. Ну, меня взломают. Может, кто-то взорвет? Или как? Она, кстати, крутая. Оно скоро видит дерево твое? Не-не-не, половина. Давай я взорву. Я, короче... Витян, вот это дерево третьего уровня построилось. Как а, третьего? Тянуло? Ну, нормально. Чё поделаешь? Shit happens. Вот оно, Витян сейчас вылезет, смотри. Ребята, все, смотрите, оно корнит и бьет, точнее, оно не корнит, оно бьет на пол карты. Смотрите, оно импейла кидает. Сейчас будет прикол, сейчас был прикол, ля. Витян, оно просто кидает импейла. Я в курсе, какое оно импейла кидает. Вот оно вылазит, дядя, смотри, это Витян. 8 нюксов, блядь. О! И что, оно по КД башит? Ну, много раз, дядя. Ага, те часы что-то не овнят, Витян. Не, ну я думал. Возможно. У него 1800 жизней стало еще. А, у него, да. Кстати... Ребят, надо похилить эти. В контратаку пошли. Я не был не уверен насчет этой темы, я не помню просто его армор. Это... Ну, короче, когда будет 500 течисов, дядя, оно точно убьет это дерево нахуй. Ну вот, одно упало. Почти. К этому времени уже второе выходит. Ну да, почти, да. Кстати. Вот, упало. Нужно больше Т часов, говорят. Надо больше, да, Лёх. Да Т часы что-то овнят, на самом деле. Смеетесь, они нормально бахают. Привет! Привет! Кто спатишь, это пиздец. Ой-ой, глянь, там тролляка. Привет! Иду на таран! И спектральный опыт уже в таких ситуациях. Ребят, ну надо два дракончика, короче, нет, три дерева ждем на базе и взрываем. Да, три дерева ждем на базе. Привет! Вот это норм? Ну, это их даже я помню, кстати. А дерево что, умерло? Где оно? Лол, так оно вообще ни о чем, блядь. А у тебя случайно нет этого здания, которое станет юнитов на 5 секунд? У меня? Лол, да. Дядя, глянь, что дуровка сейчас вытворит с этим дерьмом всем. Бах! Я не помню, у кого оно. Бах! Ну, это вообще, короче, самое любовое здание. Один на 5 билищих. Там на полторы. У них дровка! Дровка это Габелла! Ребята... Дерево! Дерево, да к дровке. Да клупись к дровке, дура. Привет! Ой, мисс! Почему оно дровку не бьет? Идиотское дерево. А дровку еще бафнули. Да? Так, ладно, теперь я поставлю баф. Леха, сейчас я, короче, спамлю хильвами, и они хукода в жизни кого-то убьют. Я тебе отвечаю. Привет! Глянь, они проебали взрыв? Мы не проебали, мы отдефали. Я же тебе говорил, что камбэки. Волосатые? Да, Лёх. Стройте побольше, ребят, там, типа, саппортящего чего-то. Там, ну типа, вот я сейчас начну строить, у меня тут есть всякие приколы. Так, только я не могу понять, вот это то, что... Лёх, не-не, ты ничего не строй, ты строй то, что мы с тобой договаривались. Random friendly unit, buff, вот это... Вот сюда, Лёх, переходи, вот сюда переходи, вот там вот, чтобы было все. А вот это разве хуйня? Да я просто... Дерево импейла дай! Я смотрю на Лёху. Одни минеры. Ну, Treasure Box меня не заедет. Лёх. Нахуй строить Treasure Box, если у тебя есть минеры. Привет! На самом деле я до этого минера сейчас законтрю вот этими штуками. Смотри. Они же минера контрят, по идее, очень жестко. Смотри. Видишь, они по дороге идут и взрываются в эти хрени ненужные. Тебе кажется, что они взрываются, они взрывают твои юниты, блядь. Иду на таран. Бля, они что-то камбэкнули, парни? Главное не опоздать, ребят, мне сказали. Да, мне хочется что-нибудь другое строить. Лёха, давай.
Хотя бы на инкам эту штучку. Бля, что-то против их летающих надо что-то придумать, парни, есть у кого-то что-то? Посмотрите там, что бьет по их. Вы поняли. А, так у меня есть эти вертолеты, го я построю? Давай их строй, блядь, штуки 3. Там, кстати, апгрейд есть, который дает им, типа, бонус к атаке Аиру. Угу. А, я понял, ФНГ. Это тот самый, да? Вы видели, как там шляп? Это тот самый, да? Мерф, это твой, да? Да. Ну все, добавай. Так что, ведь там взорвешь? Да, я взорву. Сейчас подойдем. Да они уже луз тут. Хоть Бэйну да. И вот бабах. А вот на базе все осталось. Я еще вот это сейчас построю. Вот эти вот. Чуваки-то они нулевые вообще, что-то почувствовал. Да там ходит голем, по-моему, смотри, он вообще на них забивает, по-моему, смотри. Вообще да. Мне там, если что, товара начали строить уже. Я сам построил, парень случайно, я не знал, что я строю. Проверил. Так, может, так, ну все можно танки грейдить. Парень, не знаю. А здания пока не падают, если не падают, то можно не взрывать. Не, не падают, нет. Все нормально. Короче, давай я взорву его. Давай. Ура, блять. Так, я вот это еще построю, ауру. У нас еще ауры такой нету. Пускай будет. Правильно? Наверное. Парень, по-моему, у нас на базе какой-то эпик происходит. Мне надо еще голды 150, и я сделаю старфол, парень, крутой. Короче, пойду я вот так развлекаться. А вы бочки что ли? А чего вы бочки не построили? Бочка 10 вольт, четверть инкома увеличивает. Кайс, постройте бочку против. Ну, то я есть... это. Так, блин, вот тебе четверть инкома лишнего, то нормально. Да я понимаю, но это, по-моему, их настроить, когда ты доминируешь. Но мы вроде как это. Либо наоборот, когда медас надо делать. Да это дровка, я смотрю, обоссанная стоит, ее хилят. Лол, ну она стоит, у нее, короче, жизни не видно. Ну, там черепахи, если еще к зданиям подойдут, они очень быстро их разрулят. Да, только там стояла дровка, которая стреляла по 130. Вот это, которая вышла сейчас. А, так слышишь, нам бомбардируют тут что-то. Ну, это вертолет кто-то построил, который багом облетел. Бля, Лёха, багай полетел. Нормально исполняется? Да, Лёх, нормально. Ну, это такое, поставить что-то просто. Сюда поставьте какой-то Air Unit, что-то бить, что может, и уже прямо будет бегать и все. У меня нету такого. Ой, я, блядь, не то поставил. Ладно, не беда. Лёха, у тебя там, по-моему, бафы какие-то есть, там тотемы именно. Постой тотем, чтобы он там давал всем бафа какого-то. Что-то нас, по-моему, разворачивают, не? Ну, у меня долго, у меня сейчас вот где-то идет, по-моему, мое. Где-то моя гидра. Бля, значит, гидра, кстати, по-моему, тоже жесткая. Где-то моя гидра, короче, идет, я не знаю. Она там... Она, короче, почти как дракон этот. Как голем, точнее. Ингульная там что-то. Слушай, что-то вертолетов, по-моему, много к нам налетело. Да. Ну там он вышел, мой тип, и убивает их. Ну они ломают писец, на самом деле, хаты. У них 70, блин, атаки. Да. А этих, которые инкам увеличивают, можно сколько хочешь ставить штук? Да, но они там каждая меньше. Гифс, ага. Бля, Лёх, ты чё, спецом кучу этих вертолетов настроил? Слышь, мне дал капитан. Они, слышите, они ты построил их не совсем честно. Они, короче, баф юзнули, если чё, чтобы отбить. А да они не баф юзнули. Ты видишь, что у нас летит тонна вертолетов по низу? И ломают нам вот тут все. Парни, я не хотел чуть-чуть. Лёха, есть бабки? Или у Алоха? Напиши, сколько у вас бабок, парни?
Подрывом 210. Лёх, сколько у тебя? У меня 100. Я понял, ладно, я всё куплю сам. Ну, стройте тоже внизу, там что-то отбиваться, хз, на спецом, типа. Место просто кончилось, наверное. Короче, гидра моя бьет, но там куча катапульт, ребят, это наша проблема. Лёх, купишь за 650, у тебя есть возможность? Что, баф? За 650, за 650 на барабан. О, вот, у них это здание станище. Барабан именно, горный я купил. Куплю. Так это, у кого есть еще? Мер, давай ты. Так я там понастроил. Не, раз. Ебать, заруба у нас, ребята, идут. Короче, они купили горн тоже, надо его тоже купить. Кстати, у нас снизу... Да у нас снизу сейчас все здания умрут, просто от вот этих вертолетов дебильных. Они сейчас адно бьют по зданию. Привет! Ну это типа не смешно, если... Ну это типа да, это вы что-то совсем несчастно сделали. Ну я ж не знал, что так будет. Вольный бафы строю, парни, отвечаю. Ну чё, всё, вертолёты нам сломали базу. Эти хилеры, они реально крутые, мне нравятся. Паки. Привет! Да, вертолеты победили. Да. Solo line abuse. Привет. Лёха, блядь, мошенник реально, блядь. Ой, ладно, гайс, давайте. А чё, всё? Это ещё одна должна быть? Не. Всё? Да. Ой, блядь. Я подгорел. Реально, нет, не подгорел, но типа уже время спать пора, ну и катка, просто типа играли, тут оп, вертолеты прилетели, 5 зданий. Привет! Типа, ну окей, сколько, 30 минут в жопу, норм, катка. Пацан, ты специально. Лёх, фирменное привет ему, вспомни. Привет! Ладно, парни, давайте тоже, наверное, все спадки. Какая ночь, ну, парень? Да, давайте. Давайте, не грустите, не обижайтесь там. ФНГ, реально. Больше. Ой, мы больше не катаем, или? Чё, горишь? Чё, не катаем? Артур, а как хорошо начиналось с деревьями, согласись. Нет, так, ну я вообще покатался. Кафе, вот эту, Castle Fight? Не, в КФ, да, можно, типа, покатать. Можно в КФ всегда даже. Да или во что-нибудь вообще. Да не, парни, в КФ я точно не буду, а Лоха он ушел уже тоже. Да он там в аду пришел. Вы можете 2 на 2 катать там. И фак, по-моему, тут был где-то. Да, кстати, фак умеет играть, по-моему, в конце. Привет! Так что, бахаем кафе или нет? Если кафе, то еще одну можно. А если нет, то я с платки пошел. Витян не будет, кто будет. Алоха ушел. То есть, получается, что тоже. Я Лехе дам направление. Я Лехе дам направление по игре. Я буду его тренером в кафе. В кафе? Ладно, все хер с вами, я, короче, спать. Давайте. Блин, на самом деле там такая была ситуация в первой катке, когда Мерлинг мог построить грибы, типа, а у нас было 2 Аира и мои йети. И типа вообще наши. Да там не Аиры, там нам надо было как-то этих медведей со сплэшом убивать. Ну, они очень тяжело шли. Так смотри, были одни. Остались бы одни медведи. У нас было тупо 2 Аира и медведи. Да нет, ну нас медведи клали вообще. Я такой смотрю, что-то гриб, блять, я вспомнил, что он ебет Аир, так я начал их спамить. Когда обычно типа ставишь... Не, я когда увидел медведя, ставил дракону, чтобы медведи их не трогали, а сами драконы убивали. А потом типа, ты уже типа, то что я законтрил тебя, ты законтрил меня. Когда обычно ставят аир и ставят гриб, то аир отменяют, потому что просто эти грибы фармят бабос на этом дерьме. Ну это профессионалы, конечно, как я. С тремя иксами в нике. Ладно, ребят, если не будем, то я пошел спать. Завтра куча дел с утра, все-таки надо поспать чуть-чуть. Лёх, а пригласительный дашь мне? Витян, тебе не дам. Чё не дашь? Отдам кому-нибудь. Ну да, наверное. Давайте, до завтра. Пока. Спасибо, Лёх, за приглашение.